12 июня, в День России, к нам наконец придет долгожданное потепление. В Сарове переменная облачность, утром плюс 11, днем до 21 градуса тепла. Вечером возможны осадки плюс 15. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде пасмурно, утром плюс 12, днем столбики термометров поднимутся до плюс 20. Вечером небольшой дождь, плюс 13. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В столице в течение дня ожидаются дожди. Утром плюс 13, днем столбики термометров поднимутся до 21 градуса тепла. Ночью плюс 15, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.